Ты не путай, меч с мечом, чай с мочой, кать с кончой, слив слива и сливу с алычой. Это выше, а вот этот прям. Да. Прям вот, вот так. Может даже без подставки. Да? Вон там вот край, смотри, что-то тоже прикольно. Прикольно, вообще спотик такой. Да, это прям. Красотик. Шашлыками, да, можно? Да, ты делаешь. Кайф, какой кайф. У нас такого нет. А формуха тут, да, из тегов? Чем? А да, формуха да. Из тегов. Вон тот, смотри, прикольный. О, давай крайний сделаем, Дань, смотри, какой он бодрый. Да. Прицепили, походу. Он, конечно, высоковато, да? Да не сказал бы. Норм? Вот такую подставочку нарулил себе. Ведерки чисто. Уже рисовать охота. Все, погнал. Блюм, это ништяк! Фулл процесс, да, будет? Нет, спот вообще бомбовский. Моросит? Да. Ну, дождя сегодня не передавали. Так что... Ну, да. Это все херня. Что это будет, стрелочка? Ну, не стрелочка, какая-то такая штука. По высоте, чтобы чуть выровнять. Я думаю, по высоте вот так нормас. Короче, этот, может, вот эти вот тоже прольем штуки? Прикольно будет. Как я думаешь? Я не знаю, давай сейчас я размечу, потому что у меня могут просто бухло. Ага. У нас, в принципе, есть краски, чтобы фон подпылить. А, ну давай. Тогда я сейчас буду, ну... Не-не, если хочешь, проливайся. Я залью пока так, а там, если будет возможность, уже просто их пролью. Ага. Короче, я проливаю, да, все? Да. Ну, только смотри, я тебе могу дать каллиграф. Если хочется, он прям вообще
Давай, да, давай. Офигеть, она еще какой-то металлик, да? Сейчас, блядь, все твои зрители охуеют. Блядь. Металлик, да? Я тебе говорю, это ультравайт сейчас превратится. Да? Да. Зрители обалдеют, да? На телеканале. А, нет, погоди, стоп. Наоборот его, да? Ебать! Возьми вот новый. Вот сейчас зрители обалдеют. Смотри, кукушка не заберет? Похуй на нее? А, она везет, прикинь. Офигеть. Ну, типа, при ней можно рисовать похуй, да? Да, да, да. Бля, она там какие-то пиздатые везет. Но она может их просто сейчас дальше куда-то увезти, да? Блин, ну это очень достойная тема. Так, такая заливка. Реально? Да. Прикол. Ну, Жень. Прям побудет. Так, это у меня, блядь, ниже, чем у тебя или нет? Сейчас я отойду. Ну, в принципе, немножко ниже, да, как будто. Давай, если почему-то. Ну, выглядит нормально даже так. Ну, почти на кусок хватило на весь, чуть-чуть там. Я тебе говорю, ты это еще плюс намечал ей. Вот, давай тогда. Тебе осталось там еще? Нет. А, ну, вообще, вот охуенно. Блин, вот здесь. Ну вон там давай, чуть-чуть. Давай тогда вот просто темно-зеленый напыли там где-то. Рашем, да? Перекрыть. Ну да, раш можешь взять или. А, ну или. Ну это, наверное, ну, давай, стандарт, раш. Наверное. Да, ну как хочешь, какой тебе удобно. Как бы... Ну, у меня там есть как. Я с этого сделаю. С банана, чтобы расход поменьше был.
Вообще ништяк. И быстро, да? Такой типа огонек, да, что ли? Ну да, что-то такое, типа, вообще не напряжно и... Как это сказать? Без задумки. Здрасте. Таким кэпом, да. Че, вот этот зеленый берешь? Ну да, сейчас ты пока рисуй. Да, я если что зацеплю. Так, ну это ки, наверное. Да делай вообще, типа, как рука. Ну, может, там не прям печатку. Да. По-свойски делай. Как берку, так примерно. Бергер Кинг. We'll be right back.
Ты уже все сделал? Заливку? Да. Да. Бля, ты прикольно получается. Ну да, белым будет ближе, конечно. На. Ага. Так, ну и вот, там канабис. Я, наверное, думаю, на этом, на персонаже, ну, не будем его обводить. И типа аутлайн вот этого черного. Слушай, да вон и так он белым отделится. Ну да, да, конечно. Так что, ты в итоге куда делаешь объем? Не знаю, наверное, влево. Вот так. Мне вот вниз хочется сделать. Сделай вниз, ничего страшного, нормально будет. Так, а у тебя как тут здесь? Давай так сделаем еще. Ребро. Я просто думаю, типа, если ну, сейчас ты черный этот напшикаешь, мы его добьем, мы потом контурнем, и можно будет еще напылить там темно-фиолетовый, еще какой-нибудь будет норме. Да-да-да, или можем, знаешь, там вот фиолетовый у меня яркий есть, вот этот. Он круто будет, знаешь, там на куске какие-нибудь там. Да-да. Я думаю, будет заебись. Ну все, там остальными темными сделано. Смотри, присоединяют к составу. Как бы не увезли, да? Thank you.
Идет сюда. Правильно? Да. Ничего не надо, да, отходить? А ты Анфину ни разу не пускал? Бывало, бывало, уводили прямо. Перед носом, да? А? Я, с которой на Раше стоял, стандарт. Он, кстати, так этот к нему пришвартовался вообще без этого, без толчка. А, да? Да. Он такой подумал, ну раз пацаны рисуют, попозже подъедем. Прикольно получается. Слушай, Даня, вот тот вот остался у нас, который этот... Отрикс. Да, а, там целая должна быть. Не, ладно, я с этим пшикну. Да я просто пшикну тогда Рашем туда. А то там залез контуром чуть-чуть.
Я по тегу сморкала пойду.
Ну сделай как-нибудь. Так, ну у тебя типа объем, у тебя получается они должны быть логично справа. Да, типа у тебя, потому что вот сюда. Ну, наверное, вот, да. Ну окей, я где-нибудь. Да, да, вот так, Даня, вообще разъеб. Да, вот, вот сейчас уже целостно стало. Это пиздец. Да, прикольно, прикольно. Да. Вот тоже, да, вот. Вот у тебя вот еще чуть-чуть, и надо будет остановиться как будто. Ну а там больше и не будет. Вот весь акцент вон там, в середине. Ну, да, 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 у тебя а тут такие эти. Бля, охуенно, вообще такой. Вот там даже не будет, потому что там усы уже, собака, там вообще ничего не надо. Такая, бля, психанутая. Блядь. И куски, да, такие. Да, такие. Так, ну что, в принципе, белым осталось? Да, вот. А если ты со скинек этого делал? Ага. Ты в этот бери. Вообще разъеб. Чтобы зафоткать в движении? Там трафик, потом где-нибудь встать, прям видосик заснять. Вот это нихуя себе.
как будто все. Че, я думаю, бликов, смотри, достаточно уже. Не знаю, можно на эту чуть-чуть прям. Ну я тоже думал, вон там. Ну да. Сделал? Сейчас я буду делать.
А? Подтекает, говорю, такая. Ну, это детончик. Или сюда просто очень большой придет состав. А, нет, дальше он поехал. Или этот сейчас потянет. Он, короче, от... Мы как паразиты какие-то, да, мешаем людям работать. Хотя мы не мешаем. А когда мы... Да. Двигаем. Да. Ну что, давай обойдем. Да. Пока он вот этот, он у нас так.